Я Владислав Семенов. Мені 23 роки, і я живу у місті Києві. І це моя перша сторі на голосі країни. З самого дитинства я увлікаюсь музикою, пишу пісні. Своїм творчеством я стараюсь донести людям ідеї о том, що нужно думати о природі. Я екосексуал. Мені не все равно, какая будет наша природа через 20 лет. Стараюсь максимально исключить пластик, полиэтилен, все то, что засоряет нашу планету. Среди известных людей тоже есть экосексуалы. Пол Маккартни, Брайан Адамс, Гвинет Пелтроу, Ваня Дорн. Я понимаю, что только на большой сцене я смогу доносить идею заботы о окружающем мире. Голос — это первый шаг к моей мечте. Давай. Somebody say you got a new friend. Does he love you better than I can? There's a big black sky over my town. Что ты скажешь, Даша? Но ведь не знаю. I know you worry, I'll bet he's around. Мені подобається, як він співає. Давай послухаємо «Вихід на гору». Yeah, I know it's too pain. I'm just gonna see it for myself. But you don't see me standing here. I'm just trying to hold my head. I'm in the corner watching you kiss him. But still so near, the lights go on, the music dies, but you don't see me stay. Себе. В Солтенсе! Таку інтригу витягнув! Давайте знайомитись, як вас звуть? Ви не очікували, так? В самому кінці. У мене руки просто... Це щось невероятне. Здравствуйте! Здравствуйте всім! Добрий вечір! Мене звуть Влад. Мені 23 роки. Я живу в Києві, але саме з маленького городка. Я екосексуал. Чого ще раз? Я екосексуал. А що це значить? Екосексуал — це чоловік, который имеет ответственное отношение к внешней среде. А при чем тут секс? Вот как раз секс здесь не при чем. Ну, ты же сказал экосексуал. Да, так называется это движение. Изначально люди выбирали партнеров, но сейчас... А как сейчас ты это понимаешь? Больше идеология. Сейчас это образ жизни. Это голос. Это сейчас самая большая и самая крутая площадка для того, чтобы вещать. Мой месседж в том, что... Люди должны больше задумываться о экологии. Когда ты, например, выкидываешь мусор, то его можно на самом деле очень просто сортировать. Завтра кто-то пойдет за покупками, возьмите с собой портфель, например. Вместо того, чтобы купить тысячный пакет, который потом образует в океане большие куски острова мусора, которые просто нещадно губят нашу планету. Всеми руками за это. Но очень важно, когда ты понимаешь свое предназначение, свою цель, называть это правильным именем. Давайте будем честны. А если ты используешь секс,
будь добр, объясни это. Давайте будем честны, Дан. Если бы я сказал «экологист», это бы привлекло ваше внимание? Я бы как минимум тебя понял, а это очень важно для меня. Когда я понимаю, что человек просто бросает какие-то слова модные и не понимает, о чем идет речь, я отбираю свой голос. Вау! Спасибо. А так можна? Такого не можна. Можна чи не можна, мені здається, що наш учасник вже навіть і не обере, Дан. Можна мене почути? Я повернулась, тому що в тебе був меседж всередині, тут, в серці. В тебе була ця пристрасть. Ти настільки пристрасно на сцені говориш про свою ідею, і це круто, ти знаєш? От мені подобається, що нема шаблонів. Спасибо. Мої оплески тобі. Дякую. Дивись, я і Діма натиснули. Діма мене підтримує в кожному слові. Не важливо, екосексуал. Важливо, що ідею ви несете хорошу, правильную. И мы тоже за будущее, за развитие зеленой планеты. Потому что мы все хотим, чтобы наши дети жили в правильном пространстве. Поэтому неважно, несите добро. Это самое главное. Главное, человек, чтобы был хороший. Я пришел сюда не только с этой идеей. Я люблю музыку. Как бы ни казалось банально, музыка есть моя жизнь. Я очень сильно вас уважаю. Каждого из вас. Я уважаю очень сильно Дмитрия за ваш месседж вообще и за то, как вы перевернули все. Я очень уважаю за колоссальный опыт вас, Настя, и вас, Потап. Ваш профессионализм — это все. Тина, ваш голос, ваша душа, Дан, ваша харизма. Это без сарказма. Дуже чистый хлопец. Вы знаете, я так сильно хочу сиять. А, ярко. Поправим Натику. Yes. Благодарю. Це твої люди, це видно. Хороший парень, хорошее движение. Мы поддерживаем душой и сердцем. Спасибо. Витаю. Экологически чистое душой. Спасибо. Молодец. Все хорошо. Спасибо всем. Чи не образила тебе позиція Дана? Нет, я не обижаюсь, нет. Это понятие, которое только появилось на самом деле. Давайте я скажу свое мнение. Очень часто у нас вот бывают вот эти стычки. Я пытаюсь понять всех. Я так выбираю, я так чувствую. Данчик, ты все правильно говоришь. Недаром вы там его любите, недаром. Недаром, он красавчик, молодец.